мнение. Тема нашей рубрики «Качество жизни сегодня». Известно большое количество заболеваний, которые развиваются вследствие курения. Давайте о них поговорим. И как минимум три болезни можно рассмотреть, причины которых в 85% случаев – это курение человека. На первом по распространенности месте хроническая обструктивная болезнь легких. Такие люди страдают, потому что у них постоянный кашель, смокроты, причем такой надсадный, особенно по утрам. Они постоянно откашливаются, потому что у них все время ощущение, что надо прочистить горло. У них одышка, любая физическая нагрузка вызывает у них очень большие затруднения. И вылечить это заболевание можно только в том случае, если человек откажется полностью от курения. Если он будет продолжать, никакое лечение эффекта иметь не будет. А какие последствия этого заболевания, доктор? Ну, последствия самые разнообразные, вплоть до поражения тканей легких и фактически полного отказа их. Какие еще заболевания? Эмфизема. Это мы можем увидеть на рентгеновском снимке, что происходит с легкими. Альвеолы при этом расширены, те образования легких, в которых происходит непосредственно газообмен. И по сути, чем-то очень похоже на швейцарский сыр. Дыхательная функция легких нарушается, и в результате это приводит к дыхательной недостаточности. И вылечить такое заболевание практически невозможно. Совершенно точно доказано, что причина развития рака легких в огромном количестве случаев – это именно курение человека. И здесь будет присутствовать не только постоянный и мучительный кашель, здесь добавится уже кровотечение, кровохарканье, повторные бронхиты, пневмонии, то есть всевозможные осложнения. И вероятность излечения здесь крайне и крайне низкая. Я бы сказал, практически нулевая. Полный букет, но все-таки будем оптимистами, доктор. И спросим у зрителей в студии, кто нашел в себе силы и бросил курить? Есть. Здрасте, как вас зовут? Здрасте, меня Виталик. Виталь, расскажите, как вы решили бросить курить? Ну, просто решил и бросил. Ну, вот сколько вам лет? 30. 30 лет? Да. Молодой человек? Да. Курил, ничего не болит? 10 лет назад я бросил. В 20? Да. А до этого курил. Только вы не говорите, что вы начали в 9. Ну, я начал курить, да, когда пошел, ну, как бы попробовал в первом классе еще. В первом классе? А активно курить я начал где-то с 5 класса. А как это произошло в начальных классах? Вот вы пошли с портфелем красивый в первый класс. И там стоял 10-классник, сказал, здорово. Ну, просто... Затянись, брат. Нет. А ну, как? Не так было, конечно. Но я думаю, что это когда... Дети, то есть, они же все равно смотрят на своих родителей, там, смотрят на окружающих, и им интересно просто попробовать. А в 16 лет мне уже давали деньги на сигареты, то есть я уже... Кто давал? Ну, родители. В 16 лет давали деньги на сигареты. Дорогие родители, пожалуйста, не давайте своим детям деньги на сигареты. Ни в коем случае. Ни в коем случае. У нас есть положительные примеры того, что люди бросили курить. Взяли себя в руки и бросили. Но есть такие люди, которые не могут бросить курить. Один из них, наш зритель в студии, Александр Егоров. Ему 24 года. Идите сюда, Александр. Здравствуйте, идите сюда. Саша, возьмите микрофон. А со скольких лет вы курите? Я курю с 17 лет. 17 все-таки? Да. Ну, как-то обнадежишь. Но я просто занимался спортом, так бы начал курить раньше, я думаю, конечно. Почему? Ну, потому что все сверстники мои курят с гораздо более раннего возраста, как здесь вот сказано, там, со школы. А если все сверстники убивают? Не, ну, понятно, как бы... Не, ну, просто... Вряд ли будет на это когда-то мода. Мода? Да. А кто это? Просто тогда было, люди как бы хотят просто дети всегда выглядеть старше. И когда еще и сверстники вокруг все курят, и это все доступно, и в ларьках, как говорится, продается все это без лишних как бы разговоров там и детям, и маленьким, и любым там, то есть, понятно, то дети начинают курить. Понятно. То есть вы курите 6 лет? Да, я курю 6-7 лет уже, получается, лет. Да. Бросить не можете? Ну да, я последние 2 года пытаюсь, но безуспешно. Ну как? Ну на неделю мне хватает, не больше. Но я пытаюсь резко отказаться, то есть, да, не выходить там на улицу, то есть ограничивать себя от табачного дыма как-то. Но это не всегда получается, конечно. Для начала хотел бы вам продемонстрировать. Вот примерно вот так
на срезе выглядят легкие нормального человека. Ровные, мелкоячеистые, да. И вот так выглядят примерно легкие человека, который курит. А сколько вы курите? А я выкуриваю сейчас, наверное, в районе 50 сигарет в день. То есть больше, чем две пачки? Да. А у нас в студии-то курить нельзя. Хочется уже? Ну, конечно. Так давайте покурим. Не, ну что же. Не, ну же давайте же. Да нет. Ну, правда, мы, как люди не курящие и другим не советующие, покурим не вашими легкими, потому что нам их жалко. Мы покурим вот этими легкими. Свиные легкие. Известно, что внутренние органы свиньи очень близки по своему виду, размерам к внутренним органам человека. И легкие тут не исключение. Мы взяли легкие свиньи. Одно легкое мы отделили. Вот оно лежит. А второе легкое вот здесь. И сейчас мы покурим. Вы выкуриваете... Красненькое, здоровенькое. Вы выкуриваете 50 сигарет. Вот здесь у нас 5... 10, 20 сигарет. Одна пачка. Да? Полдня. Полдня вашего. И мы сейчас покурим. Смотрите, смотрите, не стесняйтесь, Саша. Вместе с нашей свинкой. Свинкой. Доктор, вот поджигайте вы, а я буду... Вот примерно так вы и курите. Доктор, я, конечно, дико извиняюсь. Я думаю, достаточно. Вам нужна пепельница, доктор. Да. Да. Ну что же, настала пора подвести небольшие итоги этого показательного эксперимента. Для начала мы возьмем легкое, которое не подвергалось... Не курящей свиньи. Да. Не подвергалось этому воздействию. И разрежем его. Ну, попробуем вот так это сделать. Ну, что мы здесь можем видеть? Нормальный в целом, здоровый цвет. Теперь давайте извлечем пострадавшую. Ну что же. Цвет уже видно такой. Да, идите сюда, давайте вместе это делать. Подержите. Вы вот тут будете держать, а я резать. Для начала мы с вами просто посмотрим на бронхи, как они выглядят. Вот, очень наглядно. Черное гнездо, видите? А эта свинка курила один раз только. Да, в два раза меньше, чем вы. Поэтому я и бросаю уже пару лет. Пару лет бросаю. Правда, безуспешно, да. Мы видим не просто черноту. Мы видим черноту, причем, заметьте, в самых дальних участках. Вот это, чтобы вам было понятно, у вас расположено примерно вот здесь. И вот это бывает у вас уже к полудню, то есть, когда вы первую пачку только выкурили. Два легких. Сравните цвет. Вот этот и вот этот. Это одна пачка. Одна пачка, 20 сигарет. Представьте себе, что с ними происходит за 5, за 10, за 20 лет курения. Процесс восстановления после отказа от курения, он проходит очень постепенно, и отдельные этапы восстановления затягиваются на 10 лет. Одним из продуктов, образующихся во время курения, является угарный газ. Угарный газ связывает гемоглобин, пигмент, который в нашей крови есть и который может транспортировать кислород, лишая его способности переносить кислород. И в таком случае человек может дышать сколько угодно, совершать дыхательных движений, у него кислород просто не усваивается. Отсюда, естественно, ухудшение функции мозга, поскольку мозг очень чувствителен к изменению кислородной насыщенности крови. И в результате отсюда гипоксия, гибель клеток мозга. Ну, я вижу, Александр настроился уже бросить. О том, как это сделать, кто вам поможет, мы поговорим с нашим экспертом. У нас в студии Галина Михайловна Сахарова. Руководитель Центра по отказу от табака и пульмонологии Федерального медико-биологического агентства России. Национальный координатор Европейской стратегии ВОЗ по борьбе против табака. Галина Михайловна.
Вот Александр говорил о том, что когда он начинал курить 17 лет, это было модно. Сейчас же не курить становится модно? Хотелось бы вообще, чтобы это стало модно, но, конечно, табачная индустрия сопротивляется изо всех сил и придумывает все новые и новые способы, как вовлечь вот этих молодых мальчишек и девчонок. И сопровождается это, как правило, рекламой, на которой такие гламурные мальчики, гламурные девочки. Да-да-да, это в журналах мы видели. Ну, а давайте вернемся к Александру. Вот он созрел, ему 24, да? 24 года, он хочет бросить курить. У него есть хроническая болезнь, которая называется никотиновая зависимость. Причем, я так понимаю, что высокой степени тяжести. Как ее лечить? Вот вы первую сигарету после пробуждения через сколько минут выкуриваете? Проснулись? Я думаю, менее минуты проходит. То есть, прежде чем вставить ноги в тапочки, вы вставляете сигарету в рот? Да, перед тем, как выпить чай, просто сразу нужно покурить. Это потому, что никотиновые рецепторы требуют срочно доставить им требуемый никотин. Никотин, он довольно быстро выводится из организма, и за ночь любой курящий теряет 75% никотина. Если у него высокая, очень высокая степень никотиновой зависимости, то никотиновые рецепторы, привыкшие к определенному уровню никотина, они уже посылают через вот это желание закурить, через другие симптомы отмены, ему импульс. Закури, нам нужен никотин. Закури, сделай свой выбор. Да. Так что ему делать? При такой высокой степени никотиновой зависимости самостоятельно, скорее всего, ему бросить не удастся. И ему нужно просто воспользоваться фармакологическим методом лечения. Пойти к врачу? Он ему скажет, как лечиться? В целом, да. В целом, да. Конечно, врач, потому что и уже есть наверняка бронхит, который обострится. Ведь есть мокрота утром, да? Ну, с кашлем пока проблем особых нет, бывает хуже. Да, вот многие курящие воспринимают кашель вообще как что-то радостное. Мне даже один пациент сказал, все нормально, я кашляю, мокрота отходит. Да, он утром покашлял, мокрота отошла, ему стало легче дышать. И он не понимает, что это признаки тяжелого заболевания. То есть они к кашлю часто относятся даже как к целебному чему-то. Хотя это признак заболевания. Поэтому Александру, конечно, нужно здесь, во-первых, воспользоваться одним из эффективных методов лечения, то есть фармакологическим методом лечения. Я думаю, что для него это никотин-заместительная терапия. Это комбинация пластырь, никотин содержащий, и жевательная резинка где-то на 1,5-2 месяца. А я видел еще вот некоторые мои друзья, коллеги по театру, используют электронную сигарету. Да. Ни в одной стране эти электронные сигареты не сертифицированы как метод для лечения. Это просто такая завлекалочка, чтобы люди покупали электронные, дорогие электронные сигареты. Это раз. Во-вторых, там они имитируют дым. И вот механизм образования этого дыма точно такой же, как театрального дыма. И в процессе формирования, вот образования этого дыма синтезируется вещество диэтиленгликоль. Это канцероген. Вредное. Это канцероген. Uh-huh. Это вещество, которое вызывает рак. И дальше вы выбираете либо электронные сигареты, либо простые, просто в зависимости от того, от чего вы хотите умереть. От рака легкого или от рака ротовой полости. Как только человек прекращает курить, прекращается поступление никотина в организм. И никотиновые рецепторы начинают вырабатывать вот эти импульсы на развитие симптомов отмены, к которым относятся желание закурить, головная боль, невозможность сосредоточиться, ну и так далее, растерянность. Даже повышение температуры вот у меня было, когда я бросал. Даже повышение температуры. Все это может быть. И длятся эти симптомы отмены где-то месяц, потом начинают утихать 1,5-2. И вот в этот период надо принимать никотин-заместительные препараты, чтобы поддерживать никотин для никотиновых рецепторов на невысоком уровне, меньше, конечно, чем при курении, но, так сказать, их немножко обмануть. К этим дозам никотина привыкание не развивается, но на этих небольших дозах никотиновые рецепторы истощаются, а вновь образованные просто разрушаются. И вот где-то человек 2-3 недели принимает сначала, ну, скажем так, большие дозы, а потом начинает снижать, и он должен продержаться без единой затяжки 6 месяцев. Только за этот срок никотиновые рецепторы полностью вернутся в свое исходное состояние. Спасибо большое, Леонид. Спасибо. Мы, Александр, все-таки будем настроены с вами оптимистично. И сейчас доктор вам расскажет, что же будет с вами, когда вы наконец-то бросите курить. Да, очень интересно. Ну, давайте посмотрим на экран. Через 20 минут после последней сигареты ваше артериальное давление придет в норму.
восстановится работа сердца и улучшится кровоснабжение. Через 8 часов только нормализуется содержание кислорода в крови. То есть тот угарный газ, который образуется в процессе курения, наконец-то из организма будет выведен. Через 2 суток только восстановится способность ощущать вкус и запах, которые у большинства людей, которые курят, существенно снижены. То есть притупляется. Притупляется, и люди не чувствуют ни запаха, ни вкуса. Только через месяц станет легче дышать, утомление и головные боли начнут исчезать. Вот это важно. И только через месяц начнет исчезать кашель утренний, который вот знаком всем курильщикам. Через 1 год риск развития ишемической болезни сердца снизится в 2 раза. Через 5 лет уменьшится вероятность умереть от рака легких по сравнению с теми, кто выкуривает всего лишь 1 пачку в день. Понимаете, да, Саша? И только через 10 лет риск получить инфаркт сведется к минимуму. То есть на самом деле процесс бросания курить – это очень длинный процесс. Но вас должно радовать то, что каждая неделя, каждый месяц, каждый год после того, как вы бросили курить, идут в плюс вашей жизни. Улучшается качество жизни, увеличивается ее продолжительность, уменьшается количество заболеваний, связанных с курением. Мы вас ждем в нашей студии через 5 лет. Здорово, мы не курящие. Буду надеяться. Спасибо, Саша. Присаживайтесь. Была рубрика «Качество жизни». Не курите, не портите себе жизнь.